Всем привет! Сегодня, как видите из названия видео, мы рассматриваем эмбеддинг. Эмбеддинг — это технология, которая позволяет в Stable Diffusion встраивать собственный арт, стиль или понимание какой-то новых вещей в ту модель, которая не имеет представления, что это такое. Ключевое отличие от Hyper Network, который вы здесь видите. Кстати, вот сейчас будет вопрос, а что это, откуда вот этот, а как Safe Tensor? Ребята, ставьте лайки, задавайте вопросы. Много лайков, будет видео, если будет много лайков. Это все очень, очень просто. Возвращаемся к теме. Это видео предполагает, что вы уже знакомы с видео Train, которое уже было на канале. И вы понимаете, что такое Hyper Network. Hyper Network — это отдельный, так скажем, слой, который покрывает вашу модель. То есть он берет базовое представление о человеке. Потом я указываю, что давай-ка наложи слоем отдельным человеком вот этого человека. И мы получаем другую внешность. Эмбеддинг же работает немножко иначе. То есть он встраивает собственные понимания, новые слова в качестве понимания, какие-то подсказки ключевые. И при этом новые черты, которыми он вообще не обладает. Таким образом, у вас к этой модели пристраивается новое. И цена всего этого удовольствия меньше 100 килобайт. Я сегодня вам это докажу. Причем не на какой-то мазне или каких-то там двух-трех скетчах, картинках, а на вполне таком понятном стиле. Как я уже говорил, мне нравится стиль Sam Does Arts. Это, конечно, не его проприетарный стиль. Это много на что похоже. И Золушка, и Русалочка, и прочее. Это еще не аниме, но уже и не Pixar. То есть это все еще как бы Грег Рудковским нарисовано. В общем, сейчас вы увидите, для тех, кто не в курсе, показываю. Я, значит, пишу ключевые слова к этой модели. Sam Does Arts, даже просто Sam Does Art, и пишу просто a girl with cute face, чтобы у нас получилось прям как можно ближе лицо, with cute face. Соответственно, делаю здесь самое маленькое значение, 512 на 512, сделаю где-нибудь там 5 или даже 4 CFG scale, потому что у нас меняется разрешение, я про это также говорил. Нажимаем generate и смотрим, что у нас получается. Сейчас он нам сделает именно со стилистикой Sam Does Art. Sam Does Arts, Sam Does Arts, вот такой вот как бы получается персонаж. Я беру эту картинку, и пока я сейчас буду говорить, я сейчас нагенерирую себе, как указано в справке, 3-5 изображений якобы хватает. На самом деле это действительно так, если грамотно подходить к вопросу, я сегодня именно это вам покажу, именно грамотный подход к вопросу. Нас устраивает и фас, и анфас, и профиль, в общем, как можно больше стилей. Если не попадает cute girl, как видите, в этот генерим еще раз. Почему, ребята, не стоит делать на человеках? Почему эмбеддинг не подходит на людях? Вот именно почему Hyper Network больше подойдет, да? Или полная модель там в Dream Booth? Объясню. Дело в том, что та модель, которую мы сейчас будем обучать на эмбеддинге, она более-менее поймет по моему описанию текстом, что нужно сделать. И по тем чертам, которые мы ей дадим, вот эти вот, мы сейчас можем ей объяснить всего лишь за несколько килобайт, что ты можешь, на самом деле, подруга, это сделать. Сделай, пожалуйста. Если вы сделаете человека, вот здесь, понимаете, проще описать. Small chin, то есть маленький подбородок, small nose, big eyes, видите? То есть такие вот вещи легко. Меня не описать. То есть у меня слишком много градиентов на лице, как видите, в отличие от мультика, да? Или того скетча, которым вы привыкли рисовать. То есть я надеюсь, что меня смотрят художники, они очень хотели это все увидеть, как этому научиться, как свой стиль передать. Соответственно, продолжаем дальше. То есть вы поняли, что для этого отдельный слой не подойдет. Вам нужно не слой, а именно доучить ее кумекать лучше. Здесь что-то как-то глаз не очень. То есть, как видите, даже Sam Does Art 4-гиговая модель работает не всегда идеально. У нас здесь идеально, кстати, получается то, что голова повернута в одну сторону, в другую, и прямо смотрим. Давайте еще одну кого-нибудь сделаем. То есть, нам же нужно от 3 до 5 изображений. Сейчас возьмем. Как видите, ребят, общие черты у Sam Does Art, те, которые я уже озвучил. Поэтому что мы сделаем? Во-первых, все эти фотографии, неважно какой формат, неважно как они называются, бросаем в папку, неважно которую как называется. Я ее просто назвал Embedding. И, соответственно, теперь переключаюсь на модель 1.5, которую вам нужно скачать. И вот пока я сейчас буду говорить, если будет за мной повторить, вот прямо на этом моменте, вот уже будете скачивать, вот сейчас вот, короче, смотрите. Вам нужна модель 1.5. Идете на huggingface.co, кликаете в текстовое поле, в поисковое, и, соответственно, нажимаете либо здесь 1.5, либо вот сюда. То есть обычная 1.5 модель. И, соответственно, нажимаем Files and Versions, и здесь выбираем 1.5 Prunt. Вот пока я сейчас буду говорить, можете уже скачать, если у вас нет этой модели. Объясню.
Чем отличается EMA Only от ePrunta, то, что тоже можете в интернете много где что искать, дофига умников, которые ничего не понимают, как это работает. Что такое Pickle, кстати, если очень вам интересно. Опять же, ставьте лайк, ребят, спрашивайте. Мне нужно больше лайков, соответственно, ваших вопросов. Я вам технически объясню про Safe Tensors и про Pickle и про все. То есть мне нужно, чтобы я видел, что вам это нужно. Если вам нужно, я вам технически все разложу по полкам. Но раз мы коснулись конкретно модели, я сейчас по моделям объясню. Prunta — это модель, которая лишена избыточных весов. Так как это EMA only, давайте до конца закончу с этой прунт, они обе прунт, да? Но это EMA only. EMA only — это moving average, то есть среднескользящая по весам, которая указывает определенный выравнивающий вес на определенные там черты лица, мандарина, там чего угодно. То есть это подходит для того, чтобы выводить какие-то изображения. И не подходит для обучения. И здесь вы можете сказать: стоп, ты сказал, Хачатур, скачать, мне что, прервать загрузку вот этого файлика? Нет, не прервать. Вот смотрите, есть проблема со словом обучение. Есть learning, есть train. То есть обучение и train, и learning — это разные вещи. И в русском тоже, к сожалению, как и в английском, вот представь себе и на том языке, проблемно объяснить. Так вот, train — это больше подходит как тренировка, фитнес, да, то, к чему мы обучаем. Типа, ну-ка давай, научись. Не learn, не учись, как дебил, не знаю, 10 лет в первый класс ходить. Нет, не надо учить 10 лет. Надо тренировать понимание того, что ты делаешь. Поэтому для трейна нам эта модель подходит. Она не подходит для обучения. Здесь можно сказать, для какого обучения, о чем речь? Сейчас вообще не про embedding? Да, и вот теперь я говорю про EMA only, который не EMA only. То есть здесь модель обучена, но недообучена. Ее можно дообучить, как видите, она весит больше. Можно сказать, как и так она весит больше, это потому что у нее нет среза вот этих вот как раз весов. То есть нет скользящей средней, которая показывает, что должно быть на выходе. Она не знает, она только учится. И поэтому она большая. Тут нет среза, нет убирания избыточных этих. Немножко прунт убрано, но EMA тут нет. То есть то, что нам подходит для вывода изображения и для трейна. Нам это подходит и для вывода изображения, для того, чтобы просто картинки клепать, и для того, чтобы делать трейн, хаппер нетворк и что угодно, 1.5 подходит. Эта модель с избыточными весами, я про это говорил, миф и чушь полная, не берите эту модель, ее никто нигде не использует. Даже люди, которые клепают свои мерджи с помощью вот этого чекпоинт мерджа, они клепают с 1.2 и выше, начинают доучивать, потому что тогда все учатся модели 1.2 и выше, а не вот с этой. Так вот, вернемся, пока вы все это слушали, я надеюсь, у вас скачался файлик, если не скачался, соответственно, подождите, пусть скачается. Пока скачивается, я наклепал картинки, произвольно, какие мне понравились, то есть я вижу примерно, лицо попадает тот арт, что мне нужно, и теперь на этой модели, которая не имеет вообще такого ключевого слова, я просто пишу, что хочу увидеть. И я пишу просто a girl, то есть ту модель, которую я хочу научить, вот именно вот делать такие вещи. И пишу максимально, как только вот понятно, типа вот на кого она похожа. Ну, еще раз говорю, small nose, то есть пишем small nose, маленький нос, потом запятая, пишу small chin, подбородок, потом пишу, что у нее. Ну, это, во-первых, арт, мы видим, что это нарисовано, да, все. Мы можем написать Грег Рудковский, это художник, который нам подскажет, точнее, это токен, который подскажет нейросети, что нужно рисовать в стиле вот этой вот мазни, которая, ну, вы поняли, в общем, которая вот именно штрихи и все такое. Я пишу Грег Рудковский. Грег Рудковский, после этого что я вижу еще отличительное? Big Eyes, естественно, и не просто Big Eyes, еще Big Eyeballs, то есть мы сейчас напишем большие глазные яблоки и глаза. Вот, отдельно прям пишу Big Eyeballs, мне не жалко, но это сыграет роль, сейчас вы увидите. Big Eyeballs, ну и немножко аниме, пускай будет в самом конце слово аниме. Еще давайте добавим перед артом, что это painted, то есть нарисовано. И давайте посмотрим. Нажимаем Generate и посмотрим, получится ли ему сделать что-то похожее на то, что я до этого рисовал. Пока, как видите, я сделал именно описание, которое мне нужно. Эта модель, я еще раз напоминаю, она не имеет представления о том, кто такой Сендазар. Можно написать ключевое слово, можете меня проверить. Может, я вас обману, да? Проверьте, именно эта модель не знает. То есть, чтобы сейчас не было какого-то ловкости рук и все такое, да, мошенничества. Нет. Но зато я могу написать примерный стиль, что я хочу, а потом подсунуть вот эти изображения, чтобы потом в итоге их получать. И как вы понимаете, вот эту модель SendAsArt 4 гигабайта мы потом нафиг удалим, и меньше чем за 100 килобайт у нас будет все то же самое, что и вот эта вот модель нам делает за 4 гигабайта ценой. Итак, после того, как мы все это написали, копируем это все в буфер обмена и запоминаем, что у нас здесь стоит. 24 sampling steps, 512 на 512, CFG scale примерно 4 поставил. Я с первого раза набрал то, что мне нужно, действительно похоже на нее. И переходим теперь на вкладку train.
На вкладке Train мы переходим на Create Embedding. И на вкладке Create Embedding мы называем уникальным словом тот самый embedding, который собираемся использовать. У меня это будет как слово, например, starts. Starts означает ничего. Этого слова нет в машине, и она не знает, что это такое. Но я говорю, знаешь, подруга, есть такой стиль, вот на России, она не знает, что это. Я говорю, а есть такой стиль, я тебе говорю. И описан он будет вот таким вот образом. Не звездочка, как где-то в интернетах пишут, да, в сети интернет. В сети интернет не понимает, как это работает. Хотите, сейчас вот пошучу, потроллю вот уродов, которые вот там не могу, ребят, но честно, вот бомбится тех, кто сидят и говорят, типа, ну, 8-10, как правило, нормально. Нужно попрактиковать. Смотрите, автоматик, который собирал вот это вот скомп виса, весь этот Stable Diffusion, если вы не в курсе, то есть он сам тоже не очень понимает. Он не знает, как это работает, соответственно, просто поставил ту шкалу, которую можно было вообще не писать, а математически самому проставить массив. Объясняю, как работает, ребят. Это поле, есть вектор. Вектор означает направление. То есть вы направляете модель к тому, с чем она обучается. Это слово starts имеет свой числовой идентификатор, именно цифровой, в массиве. Каждая буква, даже «э», имеет цифру и букву. Все имеет, даже пробел и запятые, все подряд. Но пробелы, чтобы вы понимали, они пропускаются, они не считаются токенами. Все слова являются токенами. Здесь внизу у нас проставлены токены. Всего токенов, как вы знаете, здесь вот, можно написать 75, не больше. И мы сейчас вот здесь на вкладке «Train» прописываем ровно те токены, которые заменят собой один вектор. Таким образом, когда вы будете у себя писать в текстовом поле здесь вот, вместо вот это small chin, anime, greg, ничего нет, не надо писать. Просто пишите agile и пишите starts. И у вас будет вот результат вот этих вот изображений. То есть мы в конце получим просто starts agile или agile starts. В любом порядке, сейчас тоже про этот порядок я буду рассказывать отдельно. Так вот, все эти вот слова, которые вы здесь видите, они сидят, точнее будут сидеть в этом starts. Ставим галочку сюда Override Old Embedding, то есть перезаписать старый embedding, который создан с таким же именем. Это знаете, как в интернете пишет? Ну, ребят, вот эту галочку можно нажать, как правило, оно работает лучше. По практике, вот здесь вот, ну, те, кто обычно машинным обучением занимается, рекомендуют ставить эту галочку, потому что так вот нейросеть лучше понимает, ты чё несёшь, чё ты нахер за это взялся? И мне очень жалко людей, которые реально тратят свое время на англоязычных ресурсах, на всех, как только можно, и нигде не мог найти реально нормальную, правильную информацию о том, что вот это такое. То есть, понимаете, вот то, что сидят и корчат из себя. Так вот, этот регулировщик, вот этот, что за слайдер, это, ребята, backspace на вашей клавиатуре. Ни больше, ни меньше. То есть, что не учел автоматик? Что вот сколько токенов вы здесь поставили, вот столько токенов надо выделить здесь. Считаем, это токен, girl это токен, запятая это токен. Все здесь токен, кроме пробела. И так считаем, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19... 20, 21, 22, 23. Я пишу здесь 23 токена. Соответственно, если я напишу здесь 22 токена, ребят, то слово аниме у нас выпадает. Если я напишу 21 токен, запятая тоже выпадает. Напишу 20 токенов, выпадает eyeballs. Поняли? Это просто backspace. Просто автоматик 1111, который это все собирал, он не вкурил. Зачем нужно токены отправлять их как вектор, но при этом указывать значение? Он просто повторил код и переписал на UI. Но эту шкалу можно было не делать. Просто вы указываете еще раз то количество токенов, которое будет использовано. И все. То есть это как собаке пятая нога. Да, вам придется ее проставлять. Если вы хотите, чтобы все токены, которые вы здесь указали, они все были учтены. Вот и все. А это слово еще раз в себе включает все вот эти токены. И когда вы будете писать слово starts, потом вот здесь слово одно starts, видите, вот у нас здесь внизу, мы видим 25 слов использовано 75. Потом вы просто вместо всего этого напишите starts, и оно уже будет 23 токена занимать, одно только слово starts. Это тоже надо понимать. Соответственно, идем в train, ставим галочку, если до этого делали old embedding, у меня будет все с первого раза замечательно. Нажимаем create embedding, 23 токена, и вот у меня в этой папке, как видите, создалось. Идем. Соответственно, на диск, где у вас Stable Diffusion, идем в Embeddings папку и видим 70 килобайт. Время 17:45. Соответственно, в это время был создан Embedding. Мы можем это запомнить, потом поясню, расскажу еще подробнее. Соответственно, переходим на вкладку Train, переходим в Embedding и выбираем Starts. Данная кнопка обновления никакой роли ничего ни в чем не играет, потому что никаких контрольных сумм тут, в хэшах ничего такого нет. Просто он, не знаю, зачем тут нужен, короче, он тут есть. Нажимаете Starts, и в отличие от аниме, которые реально однотипны,
Ну как однотипно? Понятно, что аниме разные, да? Но они проще, если уж на то говоришь, чем лица людей, и проще, чем вот эти вот, да, там. Где-то проще, чем 3D, но, в общем, здесь градиента больше, здесь реально рисованность, да, такая. А аниме очень простая, так как автоматика 1.1 анимешник, как и почти весь интернет и все мировое сообщество, все анимешники, то они ставят вот это вот 0.05. Мы поставим все-таки на стиле, который посложнее, поинтереснее. Я ставлю поэтому шаг чуточку ниже. Вместо пятерки я ставлю 4. То есть после запятой этот плавающей точки 0.004. Disable оставляем как есть, я про градиент клиппинг рассказывал, то есть заставить его присматриваться к тому, что увидел, и не буду это трогать, этого достаточно. Соответственно, accumulation steps не надо указывать, ни количество RF, ничего не меняем. Dataset директории, соответственно, указываем ту папку, в которой сидят наши изображения, по которым нужно обучаться. Здесь, соответственно, log директории, папка, которая будет создана рядом, сейчас я закрою, рядом будет создана с текстом inversion, то есть вот это ее название. И, соответственно, внутри этой папки я использую файл empty. Вот здесь вот вместо person я пишу empty или что у вас там написано. Я, соответственно, мои настройки для этого, для всего там и конфиг, и user CSS, весь UI, который вы видите, все это есть на Boosty. Под видео в описании все эти ссылки есть. Соответственно, где и модель брать, все всегда в описании, ребята, есть. Если спрашиваете, смотрите сначала описание. Соответственно, я пишу свой файл empty, в который я занес, как видите, только e-name. То есть вот здесь будет написано, в конце, когда он будет обучать, вот я сейчас нажму train, он здесь будет писать e-starts, и все. Ни e-photo of, ничего там, ни имена, ни... просто e-starts. Если был бы файл words, он бы брал из текстового документа. Напоминаю, вот здесь не name слово, а файл words. Файл words работает таким образом, что он читает вот это вот, текстовые сгенерированные данные. Соответственно, нам это не надо, мы сюда не заходим, мы просто сразу переходим сюда. Не путайтесь. Просто empty, просто name. И, соответственно, шагов достаточно 1000, 5 картинок, ничего, все скромно, по 100 картинок пускай сохраняет, пускай делает по 100, мне и изображение сохраняет, и embedding пускай херачит. И, соответственно, все, больше я ничего здесь не меняю, я указал все токены, еще раз перепроверяем, что у нас модель, на которой мы будем обучаться, именно это. Ребят, когда вы говорите, что у вас в консоли ошибки, вы где-то забываете что-то указать. То есть, бывают осмысленные ошибки, где вам четко говорят, да, там что-то, типа, не хватило памяти, это так. Но есть какие-то непонятные ошибки, которые вы думаете, я все правильно делаю, но где-то что-то по невнимательности пропустили просто. Итак. Смотрим, что у нас здесь написано. Все эти слова занимают 23 токена, соответственно. То, что он генерирует, это пока еще не похоже на то, что нам надо. Оставляем 4 CFG Scale, 24, 512, 512. На трейне, значит, создали здесь все, токены указали, 23 указали, в трейне указываем 0.4. Все просто перепроверяем на всякий случай. И стоит галочка «Читать параметры из промпта с text.img вкладки». Все, и нажимаем, соответственно, «Train Embedding» уже. Не «Train Hyper Network», а «Train Embedding». Но чтобы процесс пошел быстрее, я, конечно, применю черную магию, чтобы мы могли посмотреть на то, как делаются у нас сейчас изображения. Да, они сейчас, как видите, генерируются не очень похожи на Sam Does Art, но при этом стиль повторяется. То есть тот, который написал, для нас это особую роль не играет. Главное, что мы сейчас просто это все дело будем примерять уже в готовом виде, несмотря на то, что он нам тут на предпоказе делает. И сейчас, когда он все закончил, самое время пойти посмотреть, как это все дело выглядит. Сейчас я масштаб пока сброшу. Идем, значит, в Stable Diffusion. Соответственно, смотрим, что у нас создалась папка Textual Inversion. И здесь мы видим дату, когда мы все это, собственно, делали. Здесь мы видим папку Starts, потому что мы ее так назвали, Embedding. И, соответственно, в Embedding кладутся все, что называется, вот эти вот по 100 шагов, которые мы просили. Дальше у нас идет Embedding Image, который выглядит следующим образом. Почему они так выглядят, сейчас объясню. Каждое изображение, которое можете открыть, содержит в себе количество шагов, название, примитивные вообще вещи, то есть сколько он степл, на какой модели, хэш и так далее. Вот эта вот шушера восприниматься вами должна никак иначе, кроме как штрих-код, QR-код, короче, для machine learning так проще считывать именно текстовую информацию. Чем больше токенов, как я говорил, чем больше текста, тем больше, соответственно, вот этих вот точечек, звездочек и так далее. Соответственно, вам может показаться, опять, что изображение очень похоже. У нас третья еще отдельная папка, где мы можем увидеть вообще все эти фотографии. И может подумать, что ну что-то как-то не особо он сделал. На самом деле, можно не обращать внимания, выходим назад, и эту папку можно просто бабах, и улетело. Соответственно, самое главное, что имбеддинг, который у нас здесь лежал в 17.45, и сейчас мы видим 17.56, нас дожидается последний, где, когда он его, собственно, положил, собрал,
он уже будет работать. Я копирую его имя, Starts, как придумал, иду на вкладку text.img и уже все отсюда удаляю, просто оставляю здесь egal, и, как я уже сказал, играет роль, где вот там справа-слева, сейчас вот покажу. Оставляем здесь все то же самое, но модель у нас уже не sendAzar. Я хочу вам доказать, что я сейчас сделал вот это вот. Соответственно, я просто перехожу сюда и, соответственно, нажимаю generate. Просто пишу starts egal. Все, больше ничего. Обратите внимание, внизу он пишет время, за которое он сделал, и просто текстовую информацию об этом. Но в конце, сейчас он когда дойдет до последнего шага, он нам сейчас здесь еще и напишет. Сейчас я себя тормозу, потому что он начинает эмбеддинг использовать. Видос сейчас торможу, потому что это очень мешает записи видео в 2К режиме. Вот 100 раз подумайте перед тем, как покупать себе 4К или 2К монитор. Так вот, когда он сделает стиль, во-первых, мы получили в точности sendAzArts, абсолютно такой же стиль. Я сейчас специально даже сохраню отдельно, чтобы вам показать. И внизу мы видим starts и вот здесь вот хэш A9D4. Вот это, ребята, вот A9D4, можете, в принципе, не присматриваться, я могу иногда прибавлять. Если что-то не видно, это не столь важно, я это озвучиваю, не переживайте. Соответственно, что это значит? Это значит, что модель имеет вот такую вот контрольную сумму. Я сейчас немножечко забегу вперед, но для начала все-таки давайте еще раз вам покажу результаты, какие у нас получаются, когда мы просто по этому эмбеддингу делаем. То есть у нас, еще раз, ребят, все, что нужно, уже лежит. То есть все лежит в той папке. Смотрите, просто ввел starts egal и, пожалуйста, опять получил egal, тот же самый стиль. Все, что нам нужно, еще раз говорю, лежит вот в этой папке. 70 килобайт, вся цена. То есть модель вот эту на 4 гига, мы можем ее спокойно удалить. Она нам уже больше не нужна. У нас все делает вот этот вот, собственно, эмбеддинг. Все те же самые настройки, но модель другая. Можете пробовать на других моделях, например, там на Dreamlike Art и прочих. Вот. И обратите внимание, еще раз говорю, ребят, в самом низу пишется именно хэш. Этот хэш вашей модели. Зачем это важно? Зачем я на этом заострил внимание? Сейчас он доделает. Он начинает тупить, опять же, из-за того, что у меня видео было включено. Вот, сейчас я отрублю. Нет, даже не пришлось. Смотрите, у нас тот же самый стиль, получается, все работает. Смотрите, в трейне, если вы зайдете на Create Embedding, и, допустим, вот вы решили, давайте, чтобы не похерить тот файлик, я его сейчас пока вот сюда вот вытащу, даже вот в эту папку прям брошу. И, соответственно, если я сейчас хочу что-то передумать, например, что-то убрал, да, и нажимаю Create Embedding, да, Override Old Embedding, переписать прошлый Embedding с таким же именем. Если я сейчас его перепишу и сделаю, нажму здесь Generate, ребята, у меня будет старый в памяти висеть. Это проблема. И вы можете думать, да как же так, даже в туториалах там написано, что не требует обновления, соответственно, прыг. А вот не прыг, но прыг нужно делать самому. Вы должны эту модель отсюда, когда вы пересоздаете, вытащить хотя бы раз, что-то генернуть и положить обратно. И чтобы проверить мои слова, опять же, вы можете просто посмотреть хэш. То есть он в реальном времени не работает. В реальном времени работает, если вы вынимаете и кладете. А вот когда вы начинаете вот так вот в трейне пересоздавать этот эмбеддинг, это не работает в реальном времени. Поэтому, ребят, если что-то пошло не так, и вы начали что-то переделывать, там, со второй, третьей попытки, не забудьте убрать этот эмбеддинг и положить обратно. А еще лучше смотреть, как делать. Я вот сюда перетаскиваю, у нас старая дата сохранится, да, 18.01, удаляет файл, а теперь правой кнопкой тащу файл, не левой кнопкой, а правой, и выбираю пункт «Копировать». И получаю уже новый файл. Вот теперь он точно будет делать по-новому. Вот. Опять же, чтобы не мешать, я сейчас себя просто сверну и возвращаем тот эмбеддинг, который мы пересохранили. Как видите, вот он стиль, которым мы обучали. И, собственно, вот этот стиль, который мы сделали. Тот же самый стиль. Вот смотрите, здесь вы платите 4 гигабайта, а здесь вы платите 70 килобайт. То есть вот чему вы сегодня научились. Соответственно, давайте положу эмбеддинг обратно, тот, который нормально. И еще раз генернем, чтобы, ну, просто вам продемонстрировать, что он работает как часы, и все работает правильно. Здесь можете заметить одну интересную особенность. Сейчас я зайду в папку. То, что у нас здесь все изображения, на всех изображениях у нас брюнетки. И вы можете сейчас справедливо спросить, секундочку, то есть он, получается, всегда будет брюнеток, что ли, шлепать? Давайте проверим. Я пишу здесь, например, blonde, то есть blonde hair. То есть блондиновые волосы. Нажимаем Generate. И, скорее всего, будет не блонд. И вот чтобы это как раз исправить, вот эти блонд лучше писать перед Starts. То есть здесь работает, ребят, все то же самое правило. То есть если вы видите, точно такая же как раз вот девушка с высоко поднятыми, кстати, бровями. То, что я не указал, но он это сам сделал, молодец. Но если я сейчас блонд воткну сюда, или просто скажу блондинка, то есть блондинка, потом идет Starts, а потом идет Egal. Вот, можно было даже Egal, в принципе, убрать. То сейчас с большей вероятностью он сделает блондинку. Если вам кажется, что все еще не блондинка,
то я вам сообщаю, вам не кажется, это все еще не блонд. Я поднимаю с помощью Ctrl и стрелки вверх веса и еще раз делаю, чтобы прям точно была блондинка. Не получается. Тогда уберем сейчас здесь веса на числах и просто сейчас жестко поставлю в скобках. Причем в таких, что прям в 4. Раз, два, три, еще одна. Да, 3 скобки, секундочку. 4 скобки. И здесь, соответственно. Таким образом, я прямо сейчас очень сильно поднимаю веса. Так, убираем лишнее, чтобы был просто Blonde Darts Girl. Проверяем. Как видите, не хватало у нас в коллекции все-таки изображений, чтобы была блондинка. Вот он уже старается, 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 и все равно как бы не получилось. А не получилось, потому что не было блондинки. Лучше, конечно, было ее туда запихать. Как вы понимаете, если мы сейчас введем сюда, допустим, просто darts, просто a girl, и напишем a girl with dog. И вас очень может удивить, типа, секундочку, еще у меня получилось, я делаю реально блондинки, получается, или там Ash Blonde, там можно разными способами указать, да, или здесь, например, указать Hazel там или Eze, чтобы не были карие глаза и прочее, чтобы прям избавиться от брюнеток, допустим. Но у вас не получается сделать a girl with dog или, например, with cat. И даже если вы пишете cat and girl, не работает. И можно спросить, как же так? Цвета он делает волос, там глаз, все такое, то есть имбеддинг прекрасно работает, но не работает с какими-то вещами. Почему? А все потому, ребят, что эта модель, когда и обучалась, вы писали то, что она знает, что такое большие глаза, все остальное. Ничего про собак вы ей не говорили, не про то, как выглядит, она, соответственно, по этим скетчам не может повторить. Вот и разгадка на следующий вопрос, который у вас может возникнуть. То есть нужно, ребят, всегда включать смекалку на любые такие вот сложности и вопросы. Но я в этом видео ответил сразу на все вопросы, которые могут быть у вас вообще появляться при имбеддинге. Я знаю, что у вас могут возникнуть вопросы, что здесь такое, как ты в настройках это сделал, почему я так сохранился, про это лайки, и будет следующее видео, в котором будет все рассмотрено, все то, что вы спрашиваете. А у меня на этом все, ребят, подписывайтесь на канал, пока.